на счет 0 или уже сейчас? Уже. Уже сейчас. А кнопка правый Ctrl, да? Что-что? Кнопка, если в браузере правый Ctrl и мышка. А я в браузере даже не знаю, как, если честно. Так, ну, ладно. Всем привет. Мы начинаем сегодня уже вторую игру. Сегодня у нас играют два Дмитрия и дебютант Евгения Никитина. Всем желаю удачи. Можете ознакомиться с темами, в которых играть будем. Начинаем разминочный раунд. Сегодня играем первым волчью, крюки, азартную, золотую. И два в одном. Будут каких-то два понятия, объединенные одним словом. И надо будет это слово в ответе дать. Женя у нас начнет. Так, мышкой, да? Мышкой, да. То, что... Давайте. Это русская мера веса равна... Золотник. Да. Небесный крюк принес известность этому уроженцу Гарлема. Это знаменитый баскетболист Карим Абдул-Джабар и его небесный крюк-бросок. Этот американский президент в своей избирательной кампании 1946 года использовал деньги, которые выиграл в покер, пока работал моряком во время Второй мировой войны. В двух играх у нас было три неправильных ответа. Это Никсон. Что-то страшное было. Эта экранизация одноименного романа Яна Флеминга стала... «Человек с золотым пистолетом». Увы. Третьим по счету. «Голдфингер». Да, еще «Золотой глаз» у нас был. Тут такая ловушечка. Такая картинка. Три картинки будет у нас в сегодняшнем пакете. На фото типичное здание Лупанария. Ну, в общем, что такое Лупанарий? С латинского волчица в Древнем Риме. А не публичный дом? А? Один был тренером, более 40 лет проработавшим в одном клубе. Другой любил прыгать в мышиные норы. Это Ру, тренер Геру из СССР и крошка Винни-Пуха. Точно. В 2003-м, перебравшись в команду этих волков, Олег Лужный сыграл за них 10 матчей. Листик, бугорок и шишечку с ними сделать очень просто. Связали. Я подумала, что крючок на множественное число. Ой. Два должно. Во время Второй мировой выпускали специальные карты фирмы «Байцикл», которые брали с собой американские солдаты. Немцы даже не догадывались, что если намочить, а потом правильно сложить их, получалось это. Ну, может быть, карта местности? А, нет. Там были планы побега из лагерей с маршрутами нанесенными. Слушайте, а крючком ведь одним вяжут, а не двумя. Засело. По версии журнала «Ринг», этот золотой мальчик. Я рискну, это Оскар де ла Хойя. Да. Будем знать. Я не специалист по вязанию. Учтем. Она может являться как местом заключения, так и открытием Роберта Гука в середине 17 века. Клетка.
Ветка, верно. Именно там можно одновременно встретить царевича, королевича. На золотом крыльце сидели. Конечно. А, я выбираю, да? Я уже отвыкла. На Руси эта игра стала известна под названием «Бабки». Фанаты ролевых игр называют их дайсами. На, пусть кости будут. Да? Да. Игральные кости. Опять я. Так. В гимнастике его учат держать с детства. У бухгалтеров он часто... О, баланс. Баланс. Уголок сначала думал. Не сходится. Что волк и жадный всякий знает, волк евший никогда костей не разбирает. Так начинается эта басня Крылова. Ну пусть будет волк в овчарне. Нет. Блин. Была еще такая басня «Волк и журавль». Угу. В известной книге «Капитан Крюк» командовал судном именно с этим названием. Кто Питера Пэна недавно перечитывал, может вспомнить. Пока никто не вспомнил из всех игроков. Это веселый Роджер. Самое высокое горное заведение на планете расположено, естественно, в Лас-Вегасе. Казино носит это символичное название. Оно называется Стратос. В Китае этой золотой курице исчезновение не грозит, а вот британская популяция составляет менее 1000 пар. Это золотой фазан. Она особенно тяжело дается детям в школе. Самая мелкая ее разновидность носит название дунст. О дробях. Ух. На президентских дебатах Зеленский ответил тогда еще действующему президенту, что лучше быть котом в мешке, чем им. По-моему, пока все отвечали. Чем волком в овечьей шкуре. Мы счастливые люди, мы не знаем. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас. А, мумитроль. Вы посадить на крючок. Пропущенное первое слово стало названием этой песни. А, точно, песня же. Утекай. Най-най. В цикле романов «Тайный город» Панова, бар, популярный у любителей всевозможных ставок, называется «Три их». Все чаще автомобили комплектуются двумя ими, а не тремя. А само слово с латинского переводится как туфля. Чаще у машин две педали, то трех, соответственно, педаль. Это и член свиты Воланда, и обидное прозвище представителей. Фагот. Фагот. Такая картинка. В понимании команды КВН из Курска это пословица. Да, волка ноги кормят. Да. В конце 90-х Борис Крюк на протяжении 9 лет был ведущим. Любовь с первого взгляда.
Да, это правильный ответ. Начинаем. Переходим во второй раунд. Фантастические матрицы, Шекли и Броуз. Евгения начинает. Этот президент под конец своего президентства сказал, что скорее Дунай потечет. Так, ой, зачем я нажимаю? Не, туплю. Не про это думаю. Ага. Это скорее Дунай потечет вспять. Милошевич? Да. Нет. Точно. Нет? Чем состоится перестройка в Румынии? А, понятно. Чаушеску. Да. Президента Австрии, принцессу Лею и известного шахматиста объединяет эта фамилия? Все они Фишеры? Это оружие впервые упоминается в первой псковской летописи и является разновидностью булавы с приваренными металлическими пластинами. Интересно. Это слово происходит от средневекового немецкого, означающего «пройдоха злодей», а то, в свою очередь, от древненемецкого «достойный смерти». Может быть, шельма? Да. Их раскодировали каждый раз при наборе адреса в сериале «Звездные врата», а вообще так называют разные элементы V-образной формы. Это шевроны. Нормально. Когда обещают, как правило, себе чего-либо не делать, обычно дают его. Зарок. Зарок. Вообще это мера древесного угля, но мы обычно используем его для измерения вранья. Причем всегда в количестве... Короб. Да, 3 штук. Этот материал, изобретен еще в 1931 году, является одним из самых легких среди твердых. А с латыни его название можно перевести как замороженный... Поролон. Увы. Замороженный воздух. Это аэрогель. В 2011 вместе с Неймаром, Виллианом и Маркинесом он стал победителем чемпионата Южной Америки, забив 3 мяча на турнире. Это игрок Реала Казимира. Трижды подходящие под тему они могут принять, к примеру, БЕС CL415 или Мартин Джерем Марс. Три матрицы РО в ответе. Это гидро Рома. Круто. Всякие желтые сенсационные заголовки можно назвать еще и этим словом. Кликбейт. Да. Это и женское имя, и постапокалиптический город Уджин-Дюпро, и просто янтарь в переводе с английского. Mm.
подземный город в романе. Они дешевле в постройке и эксплуатации, чем их стандартный аналог. Меньше грунта извлекается при постройке туннелей, да и мосты для них можно строить более легкие. Ну, предположу, что узкоколейные железные дороги. А, узкоколейки. Последняя на сегодня картинка. Перед вами она, образованная звездным ветром от горячей массивной звезды САО-20575. Может, она вам что-то напомнит. Это туманность Зырь. Несколько октав из них перевел Ломоносов в кратком руководстве к красноречию, а Паганель учил по ним испанский, который в итоге оказался португальским. У нас брали с переменным успехом вопрос. Это Лузиады. Не. В немецкой версии фильма он получил британское имя, как и его коллеги-террористы. Сегодня тоже мы первый правильный ответ наконец-то получили. Ну, блин. Народный герой крепкого орешка Ганс Грубер. Это частое место возникновения вулканов, а на тройном днем находится северо-восточная Сибирь. Опозорванная матрица стык литосферных. Стык, блин, круто. Кли. Он английский, владеет им в стране около 20% населения. Остальные говорят на примерно 20 группах аборигенных языков. Он официальный язык Либерии. Свое название они получили за волнистую форму клинка. Распространение получили в годы 30-летней войны. Это мечи Фландерга. На британских островах их за скорость прозвали гончими псами океана. Клиперы. Да. Из числа кандидатов в президенты США, набравших большинство голосов, избирателей, но проигравших по голосам в палате выборщиков, под нашу тему подходят лишь эти двое. Ну, Клинтон. Имена-то. Билл Клинтон, а жену зовут ее Хиллари Клинтон. Нет. Билл, по-моему, проигрывал, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Это Клинтон и Кливленд. Угу. Утверждается, что по сравнению с серединой 19 века он стал начинаться раньше. Сейчас в среднем начинается в 12-14, заканчивается в 18-20. А пубертатный период. Да? Я сжала, да. Дима был быстрее. В известной песне они упоминаются в одном ряду с хрустом французской булки. Вальсы Шуберта. Его приключения автор вопроса слушал в детстве на пластинках, еще не зная, что озвучивал дважды подходящего к теме персонажа Георгий Вицин. Два уза в ответе. Это был кузнечик Кузя. В своих изобретениях его неоднократно использовала гаечка из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
Вантус. О, дождались мы. Не помню первого или второго правильного ответа. Следующий вроде у нас немножко полегче пойдет раунд. Лунная дорожка блистает серебром, тает снег от печали до радости. И не говорите мне прощай. Все по песне Платонова, Евгения. Роман «Первые люди на Луне» был написан этим известным фантастом еще в 1000. Ой, наверное, это этот, Жюль Верн. Нет, в 1901 году. Герберт Уэллс. Да, часто путают. Опять я. Угу. Блока Есенина и Цветаева. Серебряный век. Поэты. Серебряного века. Именно его просил убить завистницу Луну Шекспир устами Ромео. Тоже может убить Луну. Понятия не имею. Солнце. В древних легендах и научно-фантастической литературе разумных обитателей Луны звали так. В частности, писал о них еще Плутарх в диалоге о лике, видимо, на диске Луны. Наверное, селение Ани. Селение Ани. Честно говоря, затрудняюсь засчитывать или нет. Пожалуй, наверное, все-таки засчитаю селенит и селениане от одного корня. Селен. Именно эта планета Солнечной системы обладает наибольшим количеством лун. Юпитер. Юпитер. А, я выбираю, да? Страна снегов, так на санскрите звучит эта высочайшая горная система. Малай. Да. После выхода фильма «Покидая Неверленд» был снесен памятник самому знаменитому исполнителю лунной походки. Располагался? А, где он располагался, да? Да. Памятник. Ой, не знаю я. Наверное, не знаю, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Вы? Возле Национального музея футбола в этом городе. Это вовсе даже и не США. Это в Лондоне его снесли после этого фильма. До сезона 34 года команду Формулу-1 Мерседес называли... Ух ты ж. А потом серебряными стрелами. Да. Сначала белые слоны, потом серебряные стрелы. Именно его на клавиатуре можно набрать с помощью комбинации кнопок Shift плюс. Смайлик. Уточнить попрошу. Ну, классический смайлик, две точки и скобочка. А классический это какой? Ну, улыбающийся смайлик, две точки, скобочка. Нет? Shift J и Shift 9. Грустный смайлик. Да, с этими клавишами это грустный смайлик. Понятно. Это не английский футболист, а сплав из 92,5% серебра и 7,5% других металлов, обычно меди. Это стерлинг. Ай-яй-яй. Модуль Microsoft Silverlight позволял запускать в браузере приложение с анимацией, векторной графикой и аудио-видеороликами. И, по сути, был малопопулярным аналогом этого продукта Adobe. Который у всех у вас, скорее всего, установлен. Ну, флеш он, а как? Да, флеш.
Российская компания «Лидер по производству спиннингов и аксессуаров для рыбалки» имеет название, переводящееся с английского, как «серебряный он», хотя рыбачить днем этой продукции практически бесполезно. А, не знаю, океан. А, нет. Эта компания называется Silver Stream, соответственно, серебряный ручей. Аквариумная рыбка семейства цихлидов имеет такое название. Им мог стать герой сказки Андерсена, не явись ему на выручку подруга. Снежный принц. Угу. Песня из альбома «Ночь перед Рождеством» этой группы является пародией на песню «Расскажи, Снегурочка, где была» из «Ну, погоди». Все обычно с улыбкой отвечают. Это сектор. В 17 веке он издал научный трактат о шестиугольных снежинках, а к 400-летию открытия его закона в Германии выпущена памятная серебряная монета достоинством 10 евро. Законы, немец. Самое известное соревнование среди любителей этого снаряжения называется «Часпалада». Оно проходит в Доломитовых Альпах в Италии с 1972 года. Обычно до 5000 человек там участвует. Тоже пока только один ответ был. Недоступы. Чепа, наверное, тоже там участвовал. Наверное. Этот комплексный заказ еды для детей в Макдональдсе состоит из... Хэппи Мил. Этот анимационный фильм о человеческих эмоциях получил сразу 4. Головоломка. 5, увы. Да блин. 4 «Золотые малины» 2018, в том числе и худший фильм года. Головоломка-то хороший был. А это кака. А был такой еще эмоджи. Ну, все на головоломку попадаются, кстати. Эта песня стала последним синглом альбома Metallica одноименной группы. Сет Батру. Евгения у нас сегодня во все ловушки попала, которые... Ну, всегда пожалуйста. Песня Михаила Боярского «Все пройдет, где и строки, все пройдет, и печаль, и радость» прозвучала в фильме «Куда он денется» этого режиссера и киностудии, уже ранее работавшего с певцом. На учение почти во всех играх давали правильные ответы. Это кто, Юрий Валькевич? Да-да-да. И в этот раз вы нас не подвели. Это музыкальное произведение символизирует проводы на войну, на военную службу. Прощальная симфония Гайдна. Нет. Или в дальний... Прощание славянки. Да. Официальные данные засекречены, но по неофициальным в день прощания с ним в давке погибло около 400 москвичей. Сталин. Как и итальянское «чао», это слово, означающее «мир», может использоваться и для приветствия, и для прощания, и жить им, и быть именем. Салют. А нет. Это «шалом».
Как ни парадоксально, но свой последний мяч в карьере он пропустил на прощальном матче в игре против сборной Германии 2 сентября 2008. Оливер Кан. Да. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы, вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. И вряд ли кто поспорит, что его прощальные слова не сбылись. Отрыв 500 очков, да, Дмитрий? Ну, Хокинг. Дим, не слышу. Хокинг. Хокинг, увы, это не Хокинг. Так говорил Борис Николаевич Ельцин. Всем спасибо. Первая игра закончена. Спасибо. Поздравляем Диму с победой. Увидимся во втором туре. Всем пока. До свидания. Пока.